Более 2800 человек прикреплены к участку номер 521. Он распахнул свои двери с 7 утра, и уже в первый час здесь проголосовали 263 человека. Помимо прикрепленных к участку жителей многоквартирных домов и дачников, есть на вверенной территории и объект стратегического значения. Все подробности далее. Примечательный участок еще и тем, что здесь свой голос отдал Аким области на ремонту регалиев. Ранним утром глава региона вместе с остальными приуральцами принял участие в важной республиканской кампании. Вопрос на повестке серьезный, и голосование шаг ответственный. Сегодня происходит одно из важнейших социально-политических событий в нашей стране. Участие в общенациональном референдуме – это важный шаг, позволяющий гражданам напрямую участвовать в принятии решений, которые могут существенно повлиять на будущее страны. Надеюсь, западно-казахстанцы сегодня будут активны и воспользуются своим конституционным правом. К примеру, Акима области последовали немало жителей. За первый час с момента открытия участка свой голос отдали уже 263 человека. Референдум – это не просто важный выбор для будущего страны. Это еще и способ гражданского проведения досуга. Поэтому на участке предусмотрены различные презенты, отдавшим свой голос. Небольшие подарки ожидают каждого сотого, пятисотого, тысячного проголосовавшего, а также того, кто делает это впервые. Мы должны обязательно поддерживать и участвовать в таких вот организациях, мероприятиях, потому что для нашего народа, для нас самих и для нашего будущего это очень как-то правильно. В списке потенциальных голосующих на участке значится 2809 уральцев. Это как жители многоквартирных домов, так и дачники. Кроме того, участвуют в референдуме и относящиеся к участку пограничники. Также в списках есть и те, кто не сможет прийти сюда, но желает отдать свой голос. У нас те, которые голосуют на дому, на данный момент у нас заявление поступило 7, от 7 человек. После 12 часов мы идем к ним домой. Наши члены комиссии идут к ним на дом. Референдум между тем набирает обороты. В первые часы на участках отмечается высокая активность, а до конца дня члены комиссии референдума выражают надежду, что проголосовавших будет немало. Алексей Кочемасов, Алтынбек Тынышкалиев, Алихан Исказиев, Акжаик Акпарат.